Инжир. Два самых крутых способа достать наверху инжир. Три. С лестницы. С палки. С бутылкой. Вот такой. И третий способ — с помощью дрона. Первый способ — просто лезем по лесенке, дотягиваемся до спелого инжира. Опля. Готово. Второй способ. Берем палку с бутылкой. Тянемся к инжирчику. Хрясь его. Готово. Вот он. В бачке. Очень простая конструкция. Просто к дрону. К дрону. Цепляем под вес шнурочек. Дальше. Бутылочку обрезаем. Сюда будет падать инжир. И по пути нож канцелярский, лезвие. Подрубаем. Падает сюда. Доставляем вниз. Все. Вот наше дерево. Thank you.
выполнил как положено. О, подрубил красавчик. О. Работает аппарат. И вот так вот солнышком еще и дождик. Красота. Чистое небо и дождь идет. Вот так вот. Вот такая погода в Краснодаре. То 40 градусов, то тучка прилетает. Красота.